Добрый вечер. Это «Суть недели». В этой программе мы расскажем вам о создании государственного компенсационного фонда в жилищном строительстве, о 125-летнем юбилее великого русского писателя Михаила Булгакова и о праздновании 1127 годовщины принятия ислама в Волжской Булгарии. 17 мая президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета, посвященное проблемам строительства. Среди других важных вопросов было объявлено о создании, вернее, о совершенствовании института ипотечных ценных бумаг. Сегодня у меня в гостях Дина Сафиуллина, первый заместитель генерального директора Агентства по ипотечному кредитованию Республики Татарстан. Вместе с ней мы попробуем разобраться, насколько реально эта мера поможет решить извечный квартирный вопрос в России, ну а особенно в нашей республике. Не могли бы вы прокомментировать вот то, что произошло на Государственном совете? Вы считаете это вот важной инициативой? На Государственном совете вчера обсуждался вопрос, в том числе снижение возможности снижения процентной ставки по ипотечным кредитам для населения. Поскольку в настоящее время функции такого инструмента выполняет ипотека государственной поддержкой, то есть субсидируемая ипотека на первичном рынке, которая, в принципе, является локомотивом того, что наша ипотека сейчас работает, что ипотечные кредиты берутся, что строительная отрасль развивается. В 2016 году примерно мы возвращаемся к уровню 2014 года. Но, к сожалению, бюджетных средств недостаточно для того, чтобы в долгосрочной перспективе продолжать обеспечивать рынок ипотеки такими длинными деньгами. Соответственно, сейчас правительство находится в поисках новых инструментов снижения процентных ставок для населения или хотя бы сохранения их на текущем уровне. Каковы перспективы? Вот то, что сказал президент России, вы считаете, это каким-то образом серьезно повлияет на рынок ипотечного кредитования? Ее суть заключается в том, что банки, выдавая ипотечные кредиты, формируют единый пул, называемый ипотечная ценная бумага. Если сейчас в существующих условиях такой инструмент работает как выпуск нескольких ценных бумаг, то есть выпуск транш ценных бумаг, то в новых условиях, то, о чем говорил Владимир Владимирович Путин, это будет выпуск единой ипотечной ценной бумаги. Эту ипотечную ценную бумагу, точнее риски по ней, будет обеспечивать АИЖК, как финансовый институт, он будет давать гарантии. Причем в существующих условиях называются цифры, что у АИЖК есть возможность дать гарантии вплоть до 1 триллиона рублей. Значит, что изменится и для кого? Для граждан абсолютно ничего не изменится. То есть вы не думаете, что вот эта вся история повлияет на снижение ставки так реально, серьезно? Ну, она как раз будет способствовать сохранению вот этой пониженной ставки, которую мы сейчас наблюдаем. То есть, будем говорить так, с точки зрения макроэкономической, в тех условиях, в которых сегодня находится финансовая система и экономика России, можно было бы ожидать роста этой ставки, а вот эта вводимая мера, она просто поможет сохранить имеющуюся ставку. Я неплохо знаком с американской системой ипотечных ценных бумаг. Она каким-то образом будет, наша система, похожа на американскую? То есть станут ли эти бумаги инструментом для частных инвесторов? Я думаю, что все-таки такой сценарий возможен, конечно, но пока это, наверное, в очень долгосрочной перспективе. Почему? Ну вот и ИЦБ, вот появляется ипотечная ценная бумага. Кто станет ее приобретать? Скорее всего, это ИЦБ. Это же, мы как раз и говорим, что новая система, она предполагает не несколько ценных бумаг, которые объединяются в транш. Это будет одна ценная бумага. Она будет иметь достаточно высокую стоимость. Я думаю, что можно говорить примерно о 3 миллиардах рублей. Нет, одной ценной такие бумаги. Крупные. Вы думаете, так крупные? Да. Такими большими кирпичиками будут упаковывать? Да. Вот в этом и суть как раз вот этой ипотечной ценной бумаги. В долгосрочном инвестировании. И, в принципе, и заместитель министра финансов Российской Федерации, и АИЖК говорили о том, что, скорее всего, вот инвестором этой ипотечной ценной бумаги будет являться негосударственные пенсионные фонды. То есть только такие инвесторы. Дело-то в чем? Я вообще не вижу тогда перспектив развития этих ценных бумаг ипотечных на нашем рынке. Пенсионные эти негосударственные фонды, они влачат, по-моему, такое жалкое существование. Им вообще не до этого. Пенсионный фонд России государственный, он не
знаю, в каком сейчас состоянии, боюсь это слово выговорить в эфире. А кто покупать-то будет ЦБ? Я думаю, что как раз вот этот вопрос, он и является основным. То есть вы правильный вопрос задаете. Это на самом деле нужно сейчас найти какого-то инвестора, который будет, по сути, финансировать отрасль ипотечного кредитования. Только это, если это будет не государство, потому что сейчас ипотеку субсидирует государство, это бюджет. Ну, понятно. То есть суть вот этой схемы в том, что снизить нагрузку на бюджет, но оставить по-прежнему низкие ставки и найти какого-то другого инвестора. По сути, это мы как раз в этот вопрос упираемся. Просто вопрос ИЦБ – это вопрос упаковки вот этого актива. Конечно. Да. Дин, ключевая фраза вот в том, что вы сейчас сказали – какого-то другого. Да. Какого? Я не понимаю. Я, честно говоря, как человек, изучавший экономику в других условиях, я подозревал, что это будет раздроблено на кирпичики для частных инвесторов. И да. Тогда это бы имело смысл. Мы бы прекратили иметь дело с сумасшедшими инвесторами в жилье, которые скупают по 5, по 6 квартир и потом не знают, что с ними делать. Они бы лучше скупали бы ценные бумаги тогда. Ну, сейчас мы же знаем, сколько стоит средняя хорошая квартира в Казани. Ну, 10 миллионов стоит хорошая, там, 120-150 метров, да? Ну, больше даже есть. Ну и что? Ну, вот я пришел, у меня 10-15 миллионов. Я куплю ценную бумагу и не буду засорять строительный рынок покупкой квартиры. Зачем это надо? Вот с моей точки зрения, как бы это должно было выглядеть. Дин, ну вот если инициатива, а я думаю, что не если, а она на самом деле реально будет воплощаться в жизнь, эта инициатива президента, и я думаю, что она уже как-то подготовлена и Минфином, и Центробанком. Скажите, когда это дойдет до нас, до Казани? Несмотря на то, что вопрос обсуждается еще с конца прошлого года, окончательных пока решений никаких не принято. Я думаю, что возможно, ну, конечно, нам Шувалов вчера сказал, что в 2016 году мы увидим первую выпущенную бумагу. И, возможно, в этом году мы действительно посможем и наблюдать какие-то ее результаты. Но я думаю, что после таких результатов, возможно, в следующем году мы сможем наблюдать какое-то развитие этого рынка. То есть, что их будет выпущено несколько, если опыт первой бумаги, которая будет выпущена в этом году, будет удачным. Дин, ну что, спасибо вам большое. Немножко вы меня разочаровали, конечно. Я был более оптимистично настроен по поводу перспектив ипотечных ценных бумаг. Но, тем не менее, по крайней мере, от вас мы получили реальную картину того, как это сегодня выглядит. Спасибо вам. На минувшей неделе исполнилось 125 лет со дня рождения Михаила Булгакова. Этого писателя знает каждый, кто говорит по-русски, независимо от национальности и страны проживания, даже если этот человек не может вспомнить его фамилию. Цитаты из его романов звучат в нашей речи так часто, что многие даже забыли об их источнике. Моя гостья сегодня Татьяна Борисовна Васильева-Шальнева, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии Казанского университета. Татьяна Борисовна, я пригласил вас вот сегодня в студию для того, чтобы поговорить о предмете ваших научных изысканий, о замечательном русском писателе Михаиле Афанасьевиче Булгакове. Мне кажется, что роль Булгакова в русской истории не ограничивается только его литературными заслугами. А почему-то вот у меня сложилось такое мнение, что Булгаков в истории нашей политической культуры очень много значит. И его трагическая судьба, связанная с первыми лицами страны, и его возрождение в середине 60-х годов, когда он произвел просто невообразимое впечатление на всю российскую общественность, независимо от интересов и политических взглядов. Как вы считаете, Булгаков больше, чем писатель? Ваша точка зрения очень интересная, но мне кажется, сам Михаил Афанасьевич вряд ли посчитал бы себя фигурой политической. Я думаю, что все-таки на первое место он считал, что самое главное, что он считал, что он выполняет, наверное, все-таки миссию художника, именно мастера, если пользоваться его терминологией. И в этом плане, опять-таки, на мой взгляд, он стремился
утвердить гуманистические идеалы, которые в период, когда он жил и работал, ну, во многом, естественно, были попраны. Ну, конечно, самый мистический, самый популярный роман Булгакова – это «Мастер и Маргарита». Экранизация одних только неведомо сколько по всему миру. Вот о чем роман? Ну, роман в первую очередь о вечных ценностях, о добре и зле, о смысле жизни, вообще о жизни и смерти, о долге, о счастье, о любви, о творчестве. То есть те самые вечные ценности, которые каждый, наверное, писатель, настоящий писатель, или опять-таки пользуясь терминологией Булгакова, мастер, должен в своем творчестве утверждать. А я хочу намекнуть вот на что. На атмосферу литературного доносительства, которое царило тогда. Вы помните этих знаменитых литературных критиков, которые Маргарита там уничтожала, ужасно раздраженная их вмешательством в судьбу? Вот это ведь примета времени. В данном случае все-таки речь идет о негативных отзывах, а их было 298, как известно, написано на Булгакова. Именно негативных он их собирал, и 4 или 5 только положительных было. Поэтому, когда, вот, допустим, тот же самый образ критика Латунского выводится в романе «Мастер и Маргарита», то, конечно, это вот образ, у него был в котором... прототип. Ну, конечно, но и Авербах тот же самый, но все-таки это... образ собирательный, вот того самого критика, который гнобил, уничтожал Булгакова и делал это с удовольствием, вот я бы так сказала. Но в этом был, наверное, некий политический момент, это ведь не только зависть бездаря к таланту. Здесь вот мне кажется, что касается именно воспроизведения политической ситуации 30-х годов, здесь на первое место выступает такой порог, как трусость. То есть вот все вот эти бесконечные процессы, которые происходили, понятно, что... Мы имеем в виду уголовные процессы. Политические. Я имею в виду. И людей заставляли давать признания, выбивали эти показания. Это все понятно. И все-таки вот у Булгакова, мне кажется, у Михаила Афанасьевича, вот в «Мастере и Маргарите» заострен вот этот момент, что все-таки человек сам отвечает за то, что он делает. И в конце концов, это его, в его силах что-то не сделать. Умереть, например, но не сделать. Вот как, допустим, происходит с Иешуа Ганоцари, вот этот образ, который, с одной стороны, конечно, безусловно, соотносится с евангельским Иисусом Христом, но с другой стороны, конечно, в этом образе акцентируется именно человеческое начало. И Иешуа, по большому счету, погибает за свои убеждения. Он ведь не выполняет миссию, как выполняет Иисус Христос. Он погибает за свои убеждения. И не случайно, когда выводится образ Понтия Пилата, Булгаков опять-таки меняет акценты по сравнению с тем образом, который имеется в Евангелиях. Ведь мы же видим, что у Булгакова акцент сделан на этом образе. Для чего? Для того, чтобы показать, что Понтий Пилат имел возможность все-таки не допустить казни Иешуа. Он пытался не допустить, но умыл руки. Он пытается, но он понимает, что если он пойдет против вот первосвященника Каифы, то следующим казненным будет он, потому что на него будет написан донос императору Тиберию. То есть атмосфера всеобщего доносительства. Конечно, и страха. И он, в конце концов, проявляет трусость. Но здесь я все-таки хочу отметить еще один момент, на который обычно не обращают внимания. Понтий Пилат ведь еще крупный чиновник. Да. И он обязан сделать так, чтобы в Иудее был покой, мир. И если он не поступил бы так, как он поступил, тогда бы получается, что этого мира и покоя не было бы. И тогда получается, что он бы не выполнил свои обязанности как должностного лица. Вот у Булгакова это не является доминирующим, но этот момент он тоже присутствует. Но есть ведь у Булгакова гораздо более политический роман «Собачье сердце». Повесть только немножечко. Да, извините, повесть. Вот как приятно виделся специалист. Булгаков в данном случае, я так считаю, на образном уровне выразил свою идею о том, что
любая революция, в общем-то, бессмысленна и бесполезна. То есть единственный путь развития человека – это эволюция. Это с одной стороны. А с другой стороны, опять-таки, он выразил свою позицию в отношении насилия. Никакое насилие не способно изменить что-либо в мире. Не случайно, когда речь идет вот о шарике, да, когда его приманил профессор Преображенский, доктор Барменталь, после того, как Шариков его укусил. Как это вам, Филипп Филиппович, удалось подманить такого нервного пса? Лаской. Лаской. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они думают, что террор им поможет. Нет, нет, не поможет. Какой бы он ни был, белый, красный или даже коричневый. То есть вот вам прямо-таки политический вот, тезис? Скажите, вот сегодня мы живем в другой стране, в другое время, в других социальных, экономических, политических условиях. Булгаков о нас что-нибудь написал? Ну, я как-то вот опять возвращаюсь к тому, что вот говорил. Да, к вечному. Ведь он писал именно о общечеловеческих ценностях, которые не меняются. Мы меняемся, время меняется, а общечеловеческие ценности, они остаются. Ведь ну, любой человек в любом случае сталкивается с проблемами. В чем смысл жизни? Что есть жизнь, что есть смерть? Что есть любовь, долг? Знаете, вопросы есть ответы у Михаила Афанасьевича. Вы знаете, ну, в определенной степени да. В определенной степени. Понятно, что каждый ищет свое, и каждый, наверное, свое находит и свое открывает. И задача уже в том, чтобы обратиться просто даже к этому творчеству. Только процентное соотношение членов общества к количеству Иешуа Ганоцри в нем, к сожалению, падает. Но Иешуа Ганоцри – это все-таки образ идеальный. Наверное, это тот идеал, к которому можно стремиться. Но, наверное, это действительно прямо-таки единицы, те, кто способен быть таким. Вы знаете, я за что не просто люблю Булгакова, я в нем живу немножко даже. Значит, вот за эти фразы совершенно гениальные там, которые можно повторять бесконечно. Правду говорить легко и приятно, правда? Да, да. Потрясающе. Конечно, вот просто правда, вот такая простая фраза, сколько в ней всего. Ну что ж, Татьяна Борисовна, огромное спасибо. Я не знаю, как наши зрители, я получил удовольствие от беседы с вами. Вам спасибо большое. Спасибо было вам. Очень интересно. Друзья, перечитывайте классику. Это очень вам пойдет на пользу. Не пожалеете. Спасибо. Спасибо. После небольшого перерыва мы вернемся в студию и поговорим о 1127 годовщине принятия ислама в Волжской Булгарии. Мой гость – проректор Казанского института культуры, профессор Рафаэль Миргасимович Валеев. Интервью с ним мы записали накануне, потому что в субботу он принимает участие в большом празднике в Булгарах. Мы празднуем сейчас вот ныне вот это юбилей принятия ислама булгарскими татарами. Нет, болгарами, да, ислам был принят болгарами, причем официально, в 922 году. Боже, это сколько да, лет это прошло? Сколько, вот представьте, скоро мы будем отмечать уже столетия. А какая религия была у древних болгаров? У древних болгаров, ну, они были, ну, как мы говорим, язычники, но тенгрианцы. То есть, да, они поклонялись тенгри, и, во всяком случае, эта религия была достаточно широко принята. Ну, скажем, у нас. Сейчас она уже практически не существует, да? Нет, ну, представьте, вот, скажем, даже в литературных произведениях, когда обращаются к Аллаху, говорят, о мой тенгри. Вот это как бы та традиция. А тенгри что означает в переводе? Тенгри – это вот тот бог, которому… Ах, вот. Да, это, вроде это многобожие… Имя бога. Да, имя бога. Вроде многобожие существовало у болгар, но тенгри был в то же время среди них самым главным богом. Понятно. Это у древних богов. Понятно. До принятия ислама. И, наконец-то, ислам, то есть
авраамическая религия, да, монотеизм. Да, да, да. Понятно. Как, кстати, с инфраструктурой? Что-то там построили? Да, движение отели, продолжается. Отели. Движение продолжается, потому что началось строительство гостиницы. Угу. И самое главное, интересно, вот то, что, скажем, при обсуждении включения Болгар в список всемирного наследия, была идея восстановить Белую палату. Это выдающийся памятник XIV века, но по требованиям ЮНЕСКО, по требованиям конвенции, Венецианской конвенции, значит, всемирного культурного наследия, Венецианской хартии, нельзя восстанавливать памятники, если нет для этого достаточных оснований. И вот благодаря тому, что было обращение к президенту республики и Ментимир Шарипович Шаймиеву, было принято решение о включении в комплекс этой гостиницы Кулгали восстановленного здания. Вот этой белой палаты. То есть мы можем... А Белая палата — это что было? В ней находилась баня, восточная баня. Понятно. Вот это название хамам, которое знаем с вами. Это вот идет как раз... А ведь баня — это как раз признак цивилизации. А скажите, пожалуйста, вот такой праздник, да, вот юбилейная дата... Гости зарубежные будут? Да, обязательно. Угу. Большое количество. Вот оказывается, видите, что нас связывает с Ираком. Угу. Вот сейчас не всем понятно, что мы там делаем в Сирии, там с Ираком и так далее. Да. Оказывается, Ирак, он вот, нас... Да, это же багдадский халифат, это огромная империя, которая существовала в X веке. И, ну, приедут из Ирака? Приедут. И вы знаете, вот еще одно вы задали вопрос, что же изменилось. Дело в том, что вот с президентом республики Рустам Нургалеевичем Минихановым было принято решение о строительстве Болгарской исламской академии на территории непосредственно прилегающей к самому болгарскому городищу, ну, за Белой мечетью. Вот эта вот академия исламская, которая будет там в Болгарах открыта, надеюсь, и будет работать, она студентов будет откуда собирать? Только российских? Или это будут и зарубежные студенты? Как задумывается вообще? Дело в том, что исламская академия – это не просто учебное заведение. Да. Это учебное заведение, которое обеспечивает подготовку богословов высшей квалификации. Да. И вот сегодня возрождение этих богословской традиции, исламской богословской традиции во многом именно связано... Именно такого нашего традиционного умеренного ислама. Да. Не этого именно. Экстремистского, да, который сейчас, к сожалению, расцвел. Да, традиционного умеренного ислама. И во всяком случае это будет подготовка не только студентов, но и подготовка вот на уровне, мы говорим, докторантов, на уровне аспирантов. И, естественно, тут без специалистов российских и других, думаю, мы не обойдемся. Будете приглашать зарубежных специалистов? Зарубежными надо так осторожно, поскольку... потому что есть разные течения ислама. И здесь, конечно, основную работу будут вести наши специалисты. Да. То есть сейчас будет обучение производиться в рамках традиционных таких татарских... богословских ценностей. Да, ханафитский мазхаб он называет. Да. А вот академия, это значит как бы вторая ступень уже, да? Да. То есть сначала люди должны закончить медресе обычное, да? Да. И только потом поступать... Они получают среднее специальное образование и поступают сюда, в исламскую академию. Конечно. Что еще планируется? Значит, Белая палата, академия, отель... Угу. Еще какое-то строительство? Нет, будет? Естественно, ну, такого строительства большого не будет. Почему? Потому что все-таки это объект. Это объект. Но работы консервационные, они будут продолжаться. Во-первых, консервационные работы на тех объектах, которые выявлены. Мы ведь, по сути, считалось, было известно до этого 15 объектов. А во время того же Петра Первого, тому времени на территории сохранялось 70 зданий. Так вот, за последние годы было раскопано в два раза больше. Более 30 объектов уже известно. И, естественно, то есть надо продолжать археологические работы? Надо продолжать археологические работы, надо продолжать консервационные. Но самое главное в отношении вот археологических работ, вот мы, особенно при контактах с международными специалистами, мы вышли на новое явление, которое называется использование неразрушающих методов при раскопках. То есть новые технологии появились? Да, они, главное, не только появились, они и появляются. Вот представьте, на сегодняшний день исследовано всего чуть более 4%.
всей территории Болгарского городища. То есть археологам там есть возможность копать, и вот как раз использование неразрушающих археологических методов, оно позволит открыть новые совершенно, то, что мы не знаем. А когда конкретно вот день этот обозначен, вот, ну, его как вообще вычислили? Вот именно вот этого числа был принят исламом болгарами. А это на основании сообщения Ибн Фадлана. Ага, то есть это зафиксировано, да, в летописях. Это зафиксировано, да? Летописях. И этот день когда у нас все-таки? 21 мая. 21 мая. Угу. То есть в субботу. Да, в эту субботу. Отлично. Угу. То есть, и мы теперь знаем, что каждого 21 мая мы можем праздновать вот этот день. Да. Он будет, да, как-то праздноваться хорошо, а вот в городе Казани, в других мечетях тоже будет какое-то, естественно, уделено внимание, да? Но в Болгарх ведь будет проводиться республиканский джиен, он называется. Как? Это вот джиен. Но джиен – это собрание. Джиен. Это, причем, древние тоже традиции, он идет от тех же болгар. Это когда собирались и решали все вопросы. Вот та же демократия, представьте, в то время. И кроме того... Я часто не могу представить, а уж в то время. Да, конечно. И вот я могу сказать то, что празднование будет и в других местах. Но здесь как вот, общереспубликанское, общероссийское. Условно говоря, верующие пришли в мечеть, скажем, в Актаныше где-то, да, в Бугульме, неважно, в Казани, они тоже услышат от своего мулы, да, вот эту вот некую проповедь. Да, в проповеди, в Агазе, да, это, естественно, будет. Но кроме того, я хотел бы сказать, дело в том, что вот когда мы болгарах занимались, это же ведь во многом и работа музейных работников. Те музеи, которые там существовали, и самое главное, их еще ведь создано, стало намного больше. Вот 18 мая – это Международный день музеев. Да, мы отмечали 18 ночь апреля, музеев, и Ночь музеев, он тоже будет, кстати, 21-го, потому что на субботу. Здесь будет, здесь Казани, в Казанском Кремле. Да? Ну, это все-таки суббота, а 18-е – это среда. Да. Поэтому его перенесли, и естественно, что, вот, скажем, Ночь музеев, которая будет праздноваться в Казани перед Национальным музеем на территории Казанского Кремля. Это как раз свидетельство того, что вот это сочетание религиозных и светских традиций у нас весьма живо. Спасибо, Рафаэль, да, Мергасимович. Спасибо. И всегда милости просим к нам с интересными рассказами о наших религиозных, культурных традициях. Конечно. Спасибо. 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 Вот, собственно, и все, о чем мы сегодня хотели вам рассказать. Удачи вам и до встречи в следующую субботу.